Тоже восьмая серия за Швецию. А если вас разбить, чтобы вы тут не шлялись? Так, значит. Ладно. Рискованно, но рискнул. Так, бунта не будет, хорошо. Да, больше все равно. Нет больше областей, чтобы смотреть куда-нибудь. Так, хорошо. Ладно, пусть русские пока ходят.
этой территории. Так, здесь, значит, порядок, да? Если вывести все-таки. Так, хорошо. Если мы идем прямо. Это армия сюда. А это на Вену. Ага, значит, это будет в подкреплении. Прекрасно. Две армии и разгромим.